Это вот так. Иликса, сбор с нуля. Исполняет Олег Космос. Поехали. Прозвище Снег, да? 10 секунд пошло. Полет нормальный. Конечно, надо было тебе... Актерам напоминаю, не торопясь. Ну да. И надо было, конечно, на Искре это снимать. На Искре. Чтобы а когда у нас... Искринское хранилище. А вы были? Ну, я, наверное, там не был. Да, а кто там созывал-то все? Здрасте. На Истру? На Искринское водохранилище. А, я же позже приехал, вы же там половину собрали. Вот, кстати, я там помню, что вы свой вектор были себе ради долго. Мне показалось, что какой-то была там долган немецкая автономная. Потому что собирать сначала Ириксу, а потом Ириксу. А Ириксу симметричная? Нет. Я сломал. А, потом? Да. Одним веслом? На третье место выплыл. Одним веслом? Вверх? Вверх по течению? Это когда было? Вот сейчас. Вот я сломал в этом году. А, там же течения не было. То есть ты просто плыл. Там было течение. Вот так оно было. Как тебе? В конце было вообще жуть. В конце оно было течение. Это жуть. Да. А, вы же шли вот так. Да. А, вы попали на встречку. Еще 10%. Странно, очень толсто, очень много нормального карбона. Почему он здесь познает? А главное, мне не понять на больше. Неровный, да? Слом неровный, да? Нет, слом, потому что ты не сломал. Вот эта неровность, это ты не сломал. Вот это чего? Ну вот это вот будет. Что это такое? РРР? Не, не. Вот это говно. Что это такое? Не знаю. Почему неровная труба внутри? Я откуда знаю. Ты впечатляешь, что здесь соединяли? Я потом запихивал туда. А, ты чего-то пытался? Деревяшку запихивал. А, ты соединял и плыл так, какой-то. Да, да, да. Вариант номер два. Поскольку же у тебя здесь рука ты стоит вот здесь же, да? Вот. Накидную трубу. Еще лучше. Да? А может, знаешь, как сделать? Вот туда вставлю эпоксидка, а сверху сделать слой эпоксидной ткани. Лучше трубку. Да? Нет, где-то же там и трубка, но ты можешь трубку засунуть внутрь и уже как бы все же. А сверху эпоксидка. Но по эпоксидке сверху ты должен положить чего-то напрягающего. Так, проблема в том, что сидушку еще дома забыл. Сидушку забыл. Сидушку, да, я ее сушил и потом не это. Не одел назад сюда. Ну там она такая же, как в Викторе. Да, да, только без боковых этих. Боковых нет. Да. Ну ладно. То есть, по идее, там... сидушка вот здесь вот одевается. Вот сделай вид, что ты ее одеваешь. Да, вот одел сидушку. Надел там сидушку. Все. Ладно, мы тебе простили сидушку. Ну да, потолок не простили. Смотри, у Ирикса три колена. Всего. Раз, два, три. А у Виктора получается носовой, кормовой и по два колена на каждом еще. Итого получается шесть колен. Один маленький, два маленьких стандартных.
подлагать шип. Слышишь? Три. И последнее дело полноценных 5 колен. Ты слишком запыхался, ты давай. Я? Не дергайся, да. Ты очень делаешь. От тебя пышет жаром. Где? Мы видим, да? Жар. Жар видим. Патрик можно не отдавать, заклеить как-то. А? Да-да, заклеить. Если что, теплостальный есть. Да? Проснуть всех отказываться. Не есть, ты хрипой. А, машина. Видите, для нормального хождения серьезного, здесь на этот вот фартук, который у него родной, нужно нормальную юбку поставить. Ну, нормальное очко поставить, чтобы юбка была нормальная. Не вот это вот, вернее, вот это. У нее же такая мягкая такая, подъемная, или у нее? У нее на боку. Сейчас он ее оденет. А ты эту накладку юбочную взял с собой? Олег? Да. Она не на резинке, она на липучке. Нет, липучку я понял, а дальше? И на это тоже липучка. Под резинами липучка. Ты ж крутил на ней эскимосом. Все забыл? Да я уже не помню. Это было давно, я тогда был зеленый и гордый. Потому что этот клещ без работы. А мне, извините, всех детей помыть, перестирать, вещи все разложить, убрать, гостей проводить, всем еще блину лобнись 33 раза. Вот он как любит свою, видишь, женщину, что даже не просушил до конца. Раньше я на него равнялся, потому что он и протрет, и с мыльцем, и шампунь, говорю, как-то мыл эксклюзивный, специальный. Вот. А сейчас все, бросил. Она у нее плесенью покрывается. Ласточка его. Получается, вот там. Пускай свое место занимает. Голливудские ошибочки. Достаточно. Выше крыши. То есть кармана. Корму вообще много влезает. В нос у меня. Когда я ногами упираюсь, гермос треугольник, ну, в смысле, конус. Да, конусная герма 40-литровая, я туда забиваю палатку,
спальник, еще какое-то барахло там. Ну да, там есть много. Там нормально 40-ухо влезает. Вот. А назад все остальное влезает. В принципе, если подобрать количество, то это вместо ножного упора даже пройдет. Так я вместо ножного использую. Надо, чтобы просто было подобрано. Ну да, старокушку просто надеваешь и все. И она как вместо ножного упора идет. Я уже давно палатку допихаю и все. Единственное, сэкономил криптон на кутерах. Говно, что цара поставил. Когда она была нормальная, обычно ставит. А он такое говно поставил, что цара туда. Что мы с Олегом оба клеили их. Они все клеены у нас. Да. Цара, видишь? Вот здесь одна лапка, а там вторая. Плохо. А, рвутся. Рвутся, потому что рвутся. Что цара. А вот на вот этой... Не надо мне про это рассказывать. Про Ивельсе. Про родителей. А вот там, кстати, стоят нормальные, да, штуцера? Да, первые, да? Как у Нади. Вот у меня на векторе стоят такие штуцера, стоят на бокса, стоят тоже нормальные штуцера. А здесь поставили эконом-вариант, вообще непонятно. Кто на чем сэкономил? Да, непонятно, на чем сэкономил. И все с индейцами, да? Да. Вот я считаю, как раз удобно, потому что они соединяются, главное, с другими. На их полках важно, так как он заходит. А седуха и спинка здесь едина? Спинка и спинка. Даже как там, на эти. Видите, здесь как на руке. Сначала горящие ножики, а потом подкачивают. И тогда у тебя прихнется все. И я единственное, я сейчас соло поход ходил, который я писал. Ну, за юг серебря. Я потом, я же ехал на родину, поэтому я свои вещи, я с чего-то должен был ходить там. Я герму клал на задний. Сзади на корму стал. А у меня желтая герма. Эстетически смотрелось хорошо. Как раз в цвет. И отлично. Места мне хватало вполне. Все, все вещи еще, которые я дополнительно собираюсь, я сзади на это упаковал. Ну, спортсмен немножко спешит, спортсмен старается все-таки. На камеру видно. Да ладно, что? У нас уже замерена скорость. Что тут про скорость? Тут, понимаешь, Миша, тебе посмотреть. А у меня же время. Ну, в принципе, все как ожидаемо. Это главное, тебе посмотреть, что в том, что сложности и... Большой проблемы-то нет. Это вот с ней ясно. Я не был ваш зеком. Хотя мне денег больше. Легче в полтора раза дешевле. Да. И да. Универсальный. Да. По ней, вот на ней можно и за лаву проходить хорошо. На ней можно и по морю замечательно. По морю, да. Замечательно по морю. А они должны у тебя, по идее, внутрь, нет? Или это так задумано? Это я так делаю. Мне даже не важно, Миш. А, ну их. А внутрь их. А как их даже? Внутрь это надо их вытаскивать и переставлять, что ли? Или они так были? А, значит. Вот эти вот концы я переделаю. Это нашитые. Спинка слабая. Швы тонкие. Отрываются хлястики, лямки. Это нормально. Чего-то да отрывает, это бывает. Ну, как на любой машине есть какие-то. Это у вас тут это ваша липучка. Это для прогулки у меня была. Вот это.
Просто чтобы она не отрывалась, ее надо отдельно, на каждую ровную деталь отдельно. Я у себя ее прилепал на машине, встречные, как у автопоездов. То есть, когда ты из-за горки выезжаешь, ты навстречу светишь. А люди стали раньше вставлять. Я и на эту, и на багажник. Таких вот. Люди стали выключать раньше. Выезжает автопоезд. А я что-то забыла, что это. Хотя всего-то вот. Вот, чтобы не прыгал. Ну, чтобы не прыгала сидушка, вот это очень правильный способ. Тебе, значит, так сделал, а нам, значит, вот так сделал. А про денег тоже очень важно, чтобы сидушка не делалась. Есть фиксирующие такие. Он там уезжал, на самом деле же уезжала, а у тебя это прям дело, потому что увольнялась, и ты же будешь. Я тоже уволилась. Ну, все. А фартук я? Ну, сюда переезжаю. Я прям уловчился со своей комплекцией одевать фартук. Потом. Нет. Потом. А сейчас? Одеваю фартук. Немножко надо его намочить, он легче растягивается. А, тоже отсутствие. А у нас баранина писала. Съезжается. Я наловчился делать вот так. Смотри, показываю. Домики. 17 минут 5 секунд. Отлично. Исполнял Олег Космос. Советский Союз, Краснознаменск, лидер перемен. Режиссер Зиндолов. Ну да.